Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами Asus ROG Phone 5S. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поменять тему. Для этого мы заходим в настройки, а в настройках видим здесь тему и обои. После чего мы можем, во-первых, перейти в магазин тем, где у нас будет сейчас после загрузки данных много разных тем на любой выбор. Я думаю, не будем дожидаться этой загрузки. Я думаю, вы и так поймете. Можете просмотреть мои темы, то есть темы, которые вы загрузили на свой телефон и которые уже предустановлены. А также, если вы хотели бы установить темную тему, то вам нужно зайти в пункт «Экран» и в пункте «Экран» найти пункт, который нам включит темную тему. А если он здесь? Хороший вопрос. Смотрите, здесь есть спящий режим, цветовая схема системы, и здесь можно включить темную тему. Или можно включить автопереключение, таким образом темная тема, к примеру, будет включаться только на ночь или только тогда, когда вы ее настроите. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего доброго. До свидания!